В Югре торгуют справками об отсутствии коронавирусной инфекции и документами, якобы подтверждающими наличие антител COVID-19. Информация о деятельности по оформлению таких бумаг замечена в Сургуте. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила губернатор Наталья Комарова. Глава автономии предупредила, что подделка документов преследуется по закону. При обнаружении таких сайтов гражданин может обратиться в общественную электронную приемную Роскомнадзора и заполнить специальную форму обращения. Поручая Департамент образования и молодежной политики, Департаменту информационных технологий и цифрового развития организовать работу кибердружин по мониторингу сети интернет на предмет выявления сайтов, торгующих фиктивными справками об отсутствии коронавирусной инфекции. В Югре за минувшие сутки отмечено 219 случаев коронавируса, больше всего в Сургуте – 34. Победили болезнь, по данным на утро вторника, 243 пациента. Стало известно и о смерти 6 человек. По данным руководителя окружного департамента здравоохранения, в регионе отмечено стабильное снижение числа коронавирусных пациентов как на амбулаторном, так и на стационарном лечении. Уменьшение нагрузки на коечный фонд позволило перевести часть палаты из ковидного статуса в обычный для оказания плановой помощи. Продолжается и иммунизация населения. Из 7242 доз препарата гамковидвак на вечер 18 января почти 7000 использовали. Новую партию из 20 тысяч доз двухкомпонентной вакцины в округе ждут ближе к выходным. На следующей неделе записаться на прививку можно будет через сайт госуслуг. Пока заявки оставляют в основном в колл-центрах медучреждений. Так поступили свыше 12 тысяч югорчан. Наталья Комарова предложила разработать решения, которые позволят вывести пункты вакцинации из больниц с тем, чтобы не перегружать их и развести потоки жителей. Отдельное помещение – это, как правило, требование дополнительного лицензирования, это сложно, но тем не менее возможно использование мобильных пунктов. То есть мы можем выходить на предприятия, в производственные коллективы и там эту вакцинацию проводить. Есть одна особенность, вот эта вот холодовая цепь, то есть транспортировка вакцины при минус 18 и 2 часа годности после разморозки. Поэтому вот мы сейчас над этим работаем, и дополнительные пункты, они как раз будут вот такими мобильными, с выходом в, ну, в первую очередь, производственные предприятия. Запрос очень большой. Глава департамента здравоохранения Югры отметил, что у тех, кто поставил вакцину, реакции, потребовавших бы медицинской помощи или госпитализации, нет. Наталья Комарова поручила Алексею Добровольскому разработать систему учета тех, кто привился в других регионах страны. Это позволит обладать полной информацией обо всех, кто прошел иммунизацию. Также глава региона попросила представителей Роспотребнадзора ответить и на часто задаваемые жителями вопросы. Стоит ли отменить масочный режим для тех, кто прошел иммунизацию или уже переболел ковидом, и имеют ли право работодатели заставлять сотрудников ставить прививки и носить средства защиты? Такие вопросы поступают и в наш адрес, и, как правило, мы отвечаем, что, ну, маска теперь – это норма нашей жизни. Помимо коронавирусной инфекции есть еще большой диапазон или большой спектр других респираторных вирусов, кишечные вирусы, которые аэрозольным, пылевым способом распространяются. Поэтому носить маску желательно. Что касается обязательности иммунизации на предприятиях, если это корпоративное требование предприятия, то его нужно придерживаться. Кроме того, на заседании оперштаба стало известно, что все образовательные организации Югры вернутся к очному обучению до конца января. Сегодня онлайн учатся около 20 тысяч школьников 6-11 классов. Подробности можно прочитать на нашем сайте indifisnews.ru.